В наше время часто можно встретить тех мам, которые делают аборт или просто отказываются от своих детей. Анна – это совершенно другой человек. Она героически несет свой крест и воспитывает трех детей. Самый младший, Максим, нуждается в помощи. Необходимо постоянное проведение полного клинического обследования и прохождение курса реабилитационных мероприятий и консультаций специалистов. На сегодняшний день ей необходимо на лечение 85 300, на проживание в городе Екатеринбурге 25 200, питание примерно 5000. Обо всем этом она предоставляет отчеты. Вот за две недели мы были на реабилитации, мы тратили 130 тысяч. Потому что квартира стоит 1800 в сутки, то есть как бы 14 дней кругленькая сумма. Туда приедь, обратно приедь. Конечно, как бы пенсию все говорят, вот вы пенсию хорошую получаете. Я говорю, да, 14 тысяч получаю, ребенок пенсию получает 14. Но мне помимо этого еще много что надо. Мне вот эти двое еще вот бегают, и много что надо. А я-то по уходу получаю 6 тысяч. Я говорю, а что это? Грубо говоря, мы живем, получается, на одно пособие. На детские пособия мы живем. Муж получает 13 тысяч в месяц. А что это не доживет? А жить-то хочется все равно, допустим, что-то ребятам надо. Вот у них выпускные, у того и у этой выпускные, у обои. И вот как разорвись. А родителям многим же не объяснишь, допустим, что денег-то нету. В классе надо, вот мы там собрались, вот надо такую сумму сдать и все. Не понимают многие, допустим, что на самом деле нету.